макаронные изделия, сахар. Молоко, сок, джем и шоколад. В продуктовом наборе недельный запас на одного школьника. Наборы различаются по наполнению. Стоимость от 300 до 1000 рублей для разных льготных категорий. Спасибо. До свидания. В семье Светланы Кудрявцевой трое сыновей. Дети уже давно на дистанционном обучении, и подарок из школы для них – радостное событие. Этот подарок для них, он как бы звоночек. Вот эти сладости, которые дают там все вот это необходимое, их любимые, они вспоминают сразу любимые обеды, теплое отношение к школе, и сразу выполняются уроки моментально, и все. Нам очень приятно, мы очень благодарны. По поручению губернатора Дмитрия Азарова продуктовые наборы получают школьники из малообеспеченных и многодетных семей, обучающиеся дистанционно в связи с пандемией коронавируса. В 7-й школе почти 900 детей, которые ранее получали бесплатное питание, и теперь им положены продуктовые наборы. В учебном заведении предприняли все меры безопасности, и родители приходят к определенному времени. Чтобы родителям было комфортно, чтобы здесь долгое время не проводить, мы составили график. График для каждого класса, свое определенное время, и мы открыли два пункта. То есть у нас два входа для родителей. В Самаре уже раздали более 24 тысяч продуктовых наборов, и выдача продолжается. Кто хочет прийти, может прийти сейчас по расписанию. Все получат свои наборы в удобное для вас время. Также мы сейчас остатки первой волны выдаем во вторую волну. Ну и потом, когда все снимут, это вообще без проблем. Мы и в школе встретим, и наборы дадим, и всех накормим. Все интересующие вопросы родители могут задать по телефону специальной горячей линии Министерства образования и науки Самарской области. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События.